структуры. Они просто уже все знают. Они поняли, чем они должны заниматься. Поэтому они и занимаются структурами. У меня один вопрос. Есть ли сегодня кто-то из тех, кто никогда не был на наших презентациях, первый раз сегодня находится? Если есть таковые, поставьте, пожалуйста, единицу. Единицу. Нет дома. Окей. Алла, 2 человека. Спасибо. Значит, друзья, мы начинаем презентацию нашей компании, компании Access. И я всегда начинаю с этого слайда собственный бизнес. Потому что я считаю, что иметь собственный бизнес должен каждый человек. Каждый человек должен иметь собственный бизнес. Один человек, живший до революции, русский богатый человек, сказал: «Я голым пришел и уйду, но для меня очень важно иметь собственное дело». Собственное дело именно и переводится с английского как «бизнес». «Бизнес» – это дело. Собственное дело – это не что иное, как только это и обозначение. Собственное дело. «Бизнес». Деловой человек, бизнесмен. Да, вот это и переводит. Поэтому, чем бы мы ни занимались до этого, если мы не можем вернуться в прошлое и изменить свой старт, то каждый из нас может стартовать сейчас и изменить свой финиш. Почему это важно? Важно, потому что мы наблюдаем вокруг себя такую картину. Смотрим на наших родителей, на наших соседей, на наших друзей, которые вышли на пенсию. И какой у них финиш? Максимум в Молдавии это 600 лет, это где-то 50-100 долларов пенсия. В России это 300, средний 400 долларов. Это пенсия. Вот это финиш человека, который работал на государство. И совсем другая картина у человека, который строит собственный бизнес. Поэтому, друзья, мы переходим сразу непосредственно к этому слайду. Компания Access. Вот это, в нашей компании действительно можно построить. То есть шанс, есть возможность построить собственный бизнес. А бизнес можно построить там, где компания долговечна. И вы убедитесь в том, что компания наша пришла не на год, не на два, а пришла навсегда. Что такое Access? Друзья, Access – это search engine или поисковая машина. А о ней я чуть расскажу. Но давайте познакомимся лично с тем, кто основал эту компанию. Эта личность, я считаю, что это гениальная личность, потому что не имея высшего образования, но имея открытый ум и видение, куда движется рынок, где где вводится больше и больше денег, это все рынок. И он увидел, что в интернете именно интернет является самой большой индустрией именно в области рекламы. Поэтому он создал команду, создал группу лидеров, и вместе с ними он развивает эту компанию. В качестве президента нашей компании находится Боб Кинсала. Это человек с высшим образованием, имеющий огромный опыт в бизнесе, ресторанном, в гостиничном. Плохо слышно? Плохо слышно. А сейчас как слышно? Вот сейчас как слышно? Алло. Сейчас нормально, да? Все. Все, спасибо. Спасибо. Значит, Боб Кинсала является нашим президентом.
Джеймс Бонг, технический директор, человек, который занимается группой людей в Калифорнии, которые разрабатывают наши продукты. Их там более 30 специалистов. Какого уровня, я вам чуть-чуть позже расскажу. Эми Эйд, это финансовый директор. И Петр Олд, это наш адвокат, который защищал нашу компанию, когда на нее были нападки в 2010 году. То есть нету практически такой компании, которая бы заявила о себе серьезно на рынке, и ее бы не проверяли или к ней не присматривались. Поэтому в 2010 году наша компания была арестована по подозрению в финансовой пирамиде. 5 месяцев длился суд, ничего не нашли, суд оправдал и вернул все 26 миллионов долларов, что очень редко бывает в таком случае. Когда власти, неважно-то какие, но власти живут за счет денег народа и за счет денег компаний, которые их зарабатывают. Поэтому, когда она ложит руку на деньги, то не хочет их отдавать и редко когда их возвращает. В этом случае они вынуждены были вернуть все до копейки, потому что компания легальная, и суд сказал, вы делаете доброе дело, продолжайте в этом духе. С тех пор наша компания развивается без проблем по всему миру. Она имеет офис в городе Миннеаполисе на 6-м этаже, где я побывал на прошлом месяце, 21 февраля. Офис имеет 3000 квадратных метров. Если вы можете представить, сколько там людей помещается. Но на данный момент пока там более 100 человек, занимающихся суппортом и маркетингом. Скоро там будет намного больше людей, потому что компания расширяется. Суппорт у нас на 8 языках. То есть вы можете позвонить на английском, на китайском, на русском, на испанском, на тайландском, на японском языке, и вам ответят на этом языке и помогут. У нас 4 человека пока, говорящих на русском языке, помогающие нам развивать собственный бизнес. Цель нашей компании Access – стать провайдером номер 1 интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. Кто-то спросит, а что такое провайдер, что такое, что за Access мы еще не слышали. А слышали вы когда-нибудь о Google? А слышали вы когда-нибудь о Yahoo, Яндексе, Bing? Это то же самое, друзья. Это то же самое. Здесь задают вопрос, в какой стране компания зарегистрирована. Она зарегистрирована и действует, имеет 2 офиса в Америке, в США. Вот то же самое Google, если у вас есть понимание, и Яндекс, то же самое является и нашей компанией. С одной лишь разницей. Там мы просто находим ту информацию, которую нам нужно, а если мы хотим рекламировать себя, мы там платим, а здесь мы можем сэкономить и даже заработать, а если строим бизнес, то построить себе очень серьезный доход. Вот разница. Если мы в Google идем, и ставим в поисковике какую-то информацию, хотим мы найти. То же самое делаем и здесь, в Access. К примеру, купить ноутбук в Киеве. Нажали на Enter, и Access выдал нам эту информацию. Вот точно так, как в Google. И поверьте мне, эта поисковая машина стоит огромных денег. Когда Google развивался, первое вложение было 12 миллионов долларов в эту идею, потом еще 12 миллионов, и с тех пор компания вложила миллиарды долларов в развитие своего search engine. Недавно она купила такую программу, как WhatsApp, за 19 миллиардов долларов. И это все для того, чтобы эту программу выставить бесплатно на YouTube, чтобы люди пользовались и больше людей приходило туда. Такую же программу и еще лучше разрабатывают наши специалисты. И она будет доступна бесплатно на нашем Access. Чтобы вы понимали, о каких деньгах идет речь и почему
нужно влаживать в это. И Google не сразу был Google таким, каким он сейчас есть. Для этого нужно было привлечь специалистов, для этого нужно было иметь идеи, для этого нужно было деньги и время тоже. Поэтому и нам тоже требуется определенное время для того, чтобы стать этим провайдером номер один. Но у нас есть такая возможность, потому что мы даем нашим партнерам не только возможность находить ту или иную информацию, но даже зарабатывать, экономить на рекламе, рекламировать себя бесплатно. Если на Гугле вы хотели бы себя рекламировать, вы должны заплатить. И немалые деньги. В среднем это 10 центов за каждый просмотр вашей рекламы. 100 человек в день – это минимум, что вы можете сделать для того, чтобы продвинуть ваш сайт. Это ни много ни мало, это $10 в день. 30 дней в месяц – это $300 минимум в день. Здесь же вы можете заработать, сделать эту рекламу бесплатно. Реклама в интернете пользуется большим спросом на рынке. Продукт расходуемый. Любой бизнес нуждается в рекламе. Необходимо постоянно увеличивать трафик, иначе другие вытеснят тебя. Реклама – это уникальный продукт для любого бизнеса. Если даже у нас является реклама самым-самым важным и центральным продуктом, то есть еще другие продукты, которые в разработке сейчас, о которых мы скоро узнаем, как YouChat. Это бесплатная программа, которая будет выставлена на Аксессе, в которой вобраны все лучшие направления интернета, как YouTube, как Facebook. То есть все это как WhatsApp, все здесь будет у нас. И это будет бесплатно, кроме рекламы. Дальше у нас на подходе такая программа, как Local. Local – это программа, позволяющая малым и средним бизнесам рекламировать себя. Для чего? Для того, чтобы тот человек, который живет в том городе, где находится этот бизнес, находил быстрее именно вас. И даже город можно поделить на 4 части – юг, север, запад, восток. И именно рекламировать себя в этой части. И те люди, которые живут в этой части, либо он на мобильном находится в этой части, и система вычисляет по IP-адресу, где он находится, и выдает ему этот бизнес. То есть такой продукт сейчас разрабатывается и скоро будет доступен. То есть он будет помогать продвигать рекламу более грамотно. И таких продуктов Стив Реннер, наш хозяин, сказал, что нас ожидает очень скоро сюрприз того, что еще на рынке нету. Что я пока не знаю и не могу даже фантазировать на эту тему. Поэтому вот здесь реклама одного из нашего партнера, который он выставил и через несколько месяцев получил очень хорошие результаты. Буквально через месяц его начались, в несколько раз повысились продажи. То есть реклама действительно работает и продвигается, и его сайт виден, находится на первых местах в Гугле и в других поисковых системах. Естественно, от этого у него и пошел результат. Вот это его баннер, который он выставил. Вот с правой стороны видно его результат. То есть, когда вы заходите на Google или на Access и ищете что-то, то вы замечаете с правой стороны какие-то компании. Они очень бросаются в глаза. То это говорит о том, что они находятся в первых местах именно по ключевым словам. И вот так вы можете видеть свою компанию, если вы начнете рекламировать ее здесь. Кроме того, что у нас есть поисковые услуги, у нас есть доменные услуги, хостинг, также мобильные услуги. Весь мир сейчас переходит на мобильный. Если еще 20 лет назад все выставляли баннеры на стадионах, по улицам, то уже несколько лет спустя люди начали рекламировать себя в интернете. И все бежали себе домой на компьютерах стационарных и смотрели эту рекламу, и искали, выставляли свою рекламу. Потом пришли лаптапы, потом пошли айпады, айфоны. И сейчас практически
реклама вытесняет эти компьютеры не потому, что там не, она недоступна, потому что человеку удобнее смотреть эту рекламу, либо находить везде, в машине, либо он в спортивном зале, либо он гуляет, либо он на работе, открыл свой iPhone и посмотрел. Поэтому вот мобильные услуги сейчас очень-очень развиваются, и большая часть прибыли уже пойдет именно на эту сферу. Да. Также у нас текстовые, сайтовые, баннерные, мобильная реклама. Давайте поговорим еще об области, которая находится в Калифорнии, в Силиконовой долине. Наша компания имеет там офис рядом с такими офисами, как Google, Intel, eBay, Facebook, Yahoo, IBM, Microsoft, HP и так далее, Apple. То есть это крупные, крупные миллиардные компании. И наша компания находится именно там. Почему? Потому что она занимается интернет-технологиями. Где ей быть, если не там? И имея офис там, компания наняла на работу из этих компаний, из Yahoo, из Facebook, пригласили к нам на работу более 30 специалистов, которые разрабатывают наши продукты. И скоро нас ждут очень-очень серьезные продукты. В этой индустрии, друзья, крутится более 1 триллиона долларов. Именно в рекламе. Поэтому наша компания здесь. И вы сами понимаете, даже если мы оторвем маленький кусок из этого большого пирога, это очень серьезные деньги. Такие люди, как Эрик Шмидт, Аркадий Волож, Робин Ли, поняли, где водятся деньги, поэтому они пришли в интернет, поэтому они построили свои search engines, поэтому они миллиардеры. Также не упустили свой шанс и Мариса Майер, Катерина Фейк и Шерик Сендер, которые тоже пришли в этот бизнес и стали миллиардерами. Вы скажете, ну да, некоторые становятся миллиардерами, а нам-то что сулит эта индустрия? Друзья, конечно, не всем суждено быть миллиардерами, но если мы делаем бизнес в той индустрии, где миллиардерами становятся за несколько лет, то мы можем сделать себе серьезный бизнес. Я всегда привожу такой пример. Меня приглашают в бизнес в одной компании, которая делает товарооборот в 3 миллиарда долларов в год. Это очень большие деньги. 3 миллиарда товарооборотов в год. Эта компания развивается уже 35 лет. 35 лет. Так я скажу следующее, что Facebook заработал намного больше за пару лет. YouTube и так далее. То есть они стали миллиардерами намного быстрее и легче, не выходя из дома. Дали людям возможность по всему миру пользоваться их услугами. В то время как та компания из года в год открывает новую страну, перевозит раковые продукты, открывает очень много-много волокиты. Но это их не путь. Мы развиваемся в интернете, поэтому здесь деньги зарабатываются быстрее. Поэтому нам компания предлагает стать консультантом интернетом, и построить собственный бизнес и выйти на остаточный или пассивный доход. Это реально в нашей компании. Это невозможно, друзья, сделать, выйти на пассивный доход в компаниях, которые пришли на несколько лет. Понимаете? С момента, как они исчезли, у вас ничего не осталось. Наша компания уже с 98 года, уже 6 лет на рынке и успела за это время пройти серьезнейшую проверку федеральных служб Америки. Высшей этой инстанции некому уже больше проверять. Поэтому, несмотря на то, что компания серьезная, что бизнес это огромный бизнес, несмотря на то, что у компании амбициозные планы и серьезные отношения к бизнесу, она говорит следующее, что она не дает никаких гарантий, что вы здесь преуспеете, если не сделаете свою работу.
Вам некоторая компания обещает: купи пакет, и можешь никого не приглашать, просто выставляй какую-то рекламу или высылай какие-то имейлы или еще какую-то глупость, и буквально ты заработаешь за 3 месяца, вернешь свои деньги, а потом заработаешь 300-400%, а потом еще купишь, потом, короче, станешь через несколько лет миллионером. Такой гарантии наша компания не дает, потому что она не является финансовой пирамидой и людей не дурит. Она говорит следующее: все, что мы, о чем мы говорим, мы это делаем. Согласно маркетинг-плану, мы выплачиваем. Мы следим за то, чтобы наш продукт всегда улучшался и был конкурентоспособным на рынке. Но от вас зависит, будет ли у вас товарооборот, будет ли у вас доход, от вас зависит. Это нормальный бизнес. То есть, когда компания делает свое дело, и это легально, и мы должны сделать свое дело. Поэтому, согласно маркетинг-плану, она выплачивает 70% нам, дистрибьюторам, в виде 30% комиссионных и 35% разделения прибыли. Заметьте, что наша компания платит в каждый день. Мы зарабатываем в каждый день. Почему мы сейчас увидим? Потому что мы имеем 3 плана в одном. Первый план – это просмотр рекламы. Второй – план розничных продаж и план сетевых продаж. Первый план. Для того, чтобы квалифицироваться на этот план, нам нужно посмотреть 25 рекламок в день, чтобы квалифицироваться. Если мы не посмотрели 25 рекламок в день, мы не квалифицируемся на те 35%, которые готова выплатить нам компания. Поэтому нам нужно обязательно каждый день посмотреть 25, минимум 25 рекламок. Максимум это 100 рекламок. Для чего? Для того, чтобы продвигать чужие сайты, помогать другим сайтам выходить на первые места, потому что мы являемся компанией какой? Рекламной. Рекламной. И при этом мы квалифицируем на того, чтобы получить долю общих продаж компании по всему миру, основанную на вашем PCV. PCV – это Personal Sale Volume, то, что вы купили персонально. И снижает собственные затраты на рекламу, плюс зарабатывает дополнительные рекламные iCredit. Давайте остановимся здесь по чуть-чуть для полного понимания. PCV – это то, что вы купили в компании. Вы купили пакет, на этот пакет вам начисляются iPoint, так называемые, или акции, будем так говорить. И на эту долю акций вам начисляют 30%, согласно вашим долям, вам начисляется определенная сумма денег. Эту долю вы можете повысить чем? Тем, что на автомате у нас на 50% от нашей прибыли идет реинвест. То есть все, что мы заработали сегодня, 50% покупается iPoint, тем самым повышается эта доля. Третий момент, когда мы можем это повысить, тогда, когда мы строим структуру, у них происходит то же самое, и вы получаете от них каждый день, каждый день. Значит, вы получаете больше и больше реинвестируете. Значит, ваш iPoint баланс становится больше. У вас каждый день становится больше и больше акций. Значит, с каждым днем вы получаете все больше и больше от компании. Это первый план. Второй – снижает собственные затраты на рекламу. Это правда, потому что каждый раз, когда вы смотрите 25 сайтов, вам компания дает еще 25 бонусов, и у вас уже 50. Если максимум посмотрели 100, то у вас 200 iCredit. 200 iCredit – это значит, вы собственный сайт можете выставить на ротатор и пропустить через него 200 человек. В сравнении с Google вы можете за эти 200, если вы там пропустите через свой сайт, вы там должны заплатить $20. Это минимум. Это оптимальная цена для того, чтобы нормально продвигался ваш сайт. Вы же здесь их экономите. В месяц это $600 вы экономите на рекламу. Как это делается? Очень просто. Заходите на сайт, заходите в бэк-офис, конечно, после регистрации, и там есть в разделе Home, есть раздел Surfing. Нажали, и 30 секунд проходит
реклама. После 30 секунд вы нажимаете опять и опять, пока не посмотрели нужное количество рекламы. Очень просто. Я извиняюсь. Так. Следующий план розничных продаж. Этот план помогает нам зарабатывать тогда, когда мы предлагаем нашим прямым клиентам, партнерам приобрести какой-то продукт. К примеру, тот продукт, который мы ожидаем локо. Да? Человек купил напрямую, вы заработали до 25% от стоимости этого продукта. И если продукт покупается каждый месяц, значит, каждый месяц практически вы имеете пассив, определенный процент от этого покупателя. Найдите 10, 20, 30, 100 таких покупателей в вашем городе, и практически вы вышли на 3, 4, 5 тысяч долларов пассивного дохода только по этому маркетинг-плану. Да? Построение команды и заработок дополнительных комиссионных от команды – это возможно, и это самый разумный подход к бизнесу. То, что я всем предлагаю. План сетевых продаж. У нас их 8 способов заработка. Комиссии с прямых продаж, базовый план выплат 6 уровней, лидерский бонус, директорский бонус, инфинити бонус, роялти бонус. И бонус быстрого старта, ноутбук бонус. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Наша компания предлагает нам войти в бизнес, купив годовую лицензию на $59.95. Это мы покупаем в каждый год. И 4 пакета, базовых пакетов, это на 500, на 2000, на 5000 и на $10 000 пакеты. Одноразовые. Либо вы можете их покупать по частям, и это все суммируется. Первый пакет на $500 дает вам возможность купить статус консультанта, квалифицированного консультанта. При этом вы проплачиваете уже из внутренних денег $10 для месячной активности, и при этом имеете возможность зарабатывать от нового приглашенного, от его пакета 10% одноразово и 5% с первого уровня с его ежедневного заработка. 2% со второго и 2% с третьего уровня. И другое дело, когда вы покупаете пакет директора. Это золотой директор, $2000. Тоже при этом мы должны купить на $60 годовых при всех статусах. Это обязательно. Даже если вы не покупаете пакет, вы хотите только накапливать рекламу и рекламировать, вы должны купить на $60 и проплачивать $10 ежемесячно. И тогда вы можете зарабатывать много рекламы и рекламировать свои сайты. Когда мы заходим на Gold, это самый такой серьезный статус, от которого начинаются серьезные заработки, это $2000 и $20 ежемесячно. При этом мы получаем уже $15 с пакета, купленного в вашей первой линии. Имеем 10% с первой линии от всех заработков в каждый день. И вы видите до шестого уровня, какие проценты. Следующий статус – это платина. Это платина. Его тоже можно купить за $5000. При этом мы платим $30 ежемесячно из заработанных. Мы уже не платим с нашего кармана. Здесь не принято платить с нашего кармана, потому что мы со второго дня уже начинаем зарабатывать. И зарабатываем вот эти проценты до шестого уровня, плюс 1% в седьмом уровне добавляется при этом статусе. Также этот статус можно достигнуть, имея статус Гольда и пригласив на 3 человека по $2000, тогда вы становитесь платиной. Следующий статус – это Diamond. Его тоже можно купить за $10 000. И мы проплачиваем $40 в день и имеем 6 уровней базовых,
Первый 10%, и по шестой 3%, и восьмой уровень еще 1%. То есть седьмой и восьмой дают нам возможность заработать именно платина и даймонд по 1%. Как достигнуть этот статус, можно также, будучи же платиной, помочь вашей первой линии стать платиной. Хотя бы два партнера у вас становятся платиной, один гольд, и вы становитесь даймондом. То есть, как вы заметили, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, достаточно троих серьезно настроенных на бизнес партнеров. Но также вы можете приглашать энное количество в первую линию. Но выберите себе троих, которые активно строят бизнес, и они вас поднимут на следующий уровень, который называется Blue Diamond. Это очень хороший статус, который позволяет нам заработать на порядок больше от тех же людей. Смотрите, у вас до шестого уровня 3%, и со второго уровня 1% добавляется до бесконечности. Кроме того, что у вас есть с седьмом и восьмом еще по 1%, Blue Diamond дает вам возможность заработать еще 1% до бесконечности, сколько людей бы у вас в глубине не оказались. Поэтому только по этому статусу, вот по 1%, вы можете заработать больше, чем вы зарабатываете во всей организации, если у вас глубина очень-очень глубокая. Следующий статус – это уже для тех людей, которые уже о заработках, которых не принято говорить. Это Black Diamond. Они зарабатывают очень серьезные деньги тогда, когда в первой линии есть два Blue Diamond у них и один Diamond, и они становятся Black Diamond. Они зарабатывают дополнительный 1% от всей своей организации. Организация сделала товарооборот в миллион долларов, ему начислили 1% от этого миллиона долларов. Кроме того, что он еще заработал. Когда у него в первой линии становится один Black Diamond, он становится Black Diamond 1. Он получает от его организации 1%. Когда становится второй Black Diamond, он получает и от него 1% от всей его организации. Когда становится третий, он получает и от него, и от его организации 1%. Поэтому это очень выгодно расти и помогать своим партнерам расти по карьерной лестнице. Поэтому здесь люди зарабатывают от 50 до 100, некоторые от 500 до 1000 долларов в день, а некоторые зарабатывают 20 и 30 тысяч долларов в день. Я их покажу, этих Black Diamond, в ноябре прошлого года. Они были в Лас-Вегасе, где наш президент и хозяин компании подарил им по машине и покупку. Давайте мы вернемся непосредственно, откуда же деньги берутся. Откуда же деньги? Многие говорят о деньгах, но давайте мы сами посмотрим, где же в нашей компании деньги. Вот все, что компания заработала сегодня, она отдает 70% нам, дистрибьюторам, но 35% от этой прибыли идет нам в виде вознаграждения за наши айпоинты, за наши вложения в этот бизнес. 35% они уходят за наши комиссии. Вот все, что покупается в вашей организации, где бы он ни находился, если вы достаете, то вы имеете тот определенный процент. Вот это и есть те 35%, которые разделяются между нами. Люди, которые делают репокупки в каждый день, это тоже входит в эту прибыль. Вот вы получаете ежедневно из этих 30%, которые делают репокупки, либо покупка пакетов, либо ежемесячные, либо годичные, вот эти 60 долларов, вы из них получаете именно вот эти 35%. А вот что касается iPoint, это то, что вы купили персонально. И я вам говорил, то, что вы купили пакет, то, что вы делаете реинвестицию в каждый день, и то, что приходит от вашей, структуры, это все начисляется вам, и вы делаете репокупку. Вот эти три момента помогают вам иметь больше iPoint баланс, больше акций, образно говоря. И когда эти 35% делятся между нами, у кого больше акций, тот больше получает. Это понятно, да? Доли. Чем больше у вас доли в компании, тем больше вы получаете. Вы получаете от структуры, как в обычном MLM, да, как в обычном бизнесе, вы покупаете, получаете, плюс вы получаете еще по вашим
iPoint баланса, да? И плюс мы зарабатываем в каждый день. Вот эти три преимущества, о которых вы не найдете ни в одной компании. Вот почему здесь люди зарабатывают постоянно и много. Реинвестиция вот так происходит. Наш аккаунт настроен на автомате. Он настроен на автомате. Все, что мы зарабатываем, мы инвестируем минимум 50%. Мы можем инвестировать и 60%, и 70%, и 80%, и 100%. Это только возможность повысить наш iPoint баланс. Естественно, мы при этом не выводим никаких денег. Поэтому я говорю, вначале инвестируйте. Пока у вас нет структуры, инвестируйте 80 на 100. А когда уже появилась структура, и вы начинаете зарабатывать серьезные деньги, ставьте 50 на 50 и выводите деньги для того, чтобы жить и наслаждаться. Начисления бывают разные. Начинается от у кого от 1 доллара, зависимо, что он купил, у кого-то 10, 20, 30 долларов. Достигается и 100, и 150 долларов, 170 и так далее. Но когда построена структура, то и все они работают активно, то смотрим, наблюдаем 400, 1000, 1300, 3000 долларов в день. То есть и это не предел. У нас есть также кар-бонус, когда ваша команда работает, вы помогаете им. И вы вместе сделали товарооборот в 200 тысяч долларов в месяц. Вам компания дает кар-бонус на 500 долларов. Это добавочно к тому, что вы уже заработали свои тысячи. Когда вы достигаете 600 тысяч долларов товарооборота вместе со своими покупками и покупками ваших партнеров, то вам просто компания добавляет еще 1500 в месяц как премиальные. Что же у нас есть, друзья? У нас есть 10 видов дохода. Бонус прямых продаж. Мы можем продавать напрямую. Многоуровневый бонус. Мы можем строить команду и получать отсюда. Лидерский бонус, когда мы становимся платиной. Президентский бонус, когда мы становимся даймондом. Infinity бонус, когда мы становимся Blue Diamond. Royalty бонус, когда мы становимся Black Diamond. Бонус быстрого старта, когда мы быстро стартуем в течение месяца и делаем определенный товарооборот. Лаптап бонус, тентап, это когда компания определяет самых эффективных за этот месяц людей, то есть 10 таких партнеров, и вознаграждает их денежными вознаграждениями. И ежемесячные автомобильные бонусы, о которых мы говорили. Вот почему компания в 2010 году уже за свои неполных 2 года была арестована под подозрением в финансовой пирамиде. И она зарабатывала на тот момент всего лишь 12 миллионов долларов в год. После проверки в 2012 году она имела товарооборот в 98 миллионов долларов. В 2014 году она к ноябрю месяца имела товарооборот 250 миллионов долларов. И до конца года, того же года, через полтора месяца, она достигла 290 миллионов долларов товарооборота. Поэтому с легкостью компания заявила о том, что в 2014 году она перешагнет товарооборот в 1 миллиард долларов. Вот почему я не пойду в те компании, которые достигли 3 миллиардов товарооборотов в 35 лет, а здесь это возможно за 5 лет. Потому что следующий год, 2015 год, мы обязательно перешагнем 3 миллиарда товарооборотов. Это будет 6 лет работы на рынке. И, естественно, вот эти 4 Black Diamond, которые наш хозяин поздравляет их, они уже заработали свой миллион за год-полтора работы в нашей компании, но заслужили по Мерседесу и дружеское объятие нашего хозяина. У нас также есть возможность стать акционером нашей компании. Для этого компания сделала такой план. Желающие иметь акции компании, кроме того, что он зарабатывает по той программе, которую я озвучил, для этого нужно купить пакет на 2000 долларов.
и уже до конца этого месяца сделать товарооборот в первой линии в 5000 долларов. Кто не успел это сделать, у него есть следующий этап, а это до 30 июня, до конца июня, это следующий квартал, и он должен сделать товарооборот в 10 тысяч долларов. То есть то, что он успел в этом месяце, к примеру, он сделал только 2000 долларов, это переносится, это накопительный. Ему останется еще 8 тысяч сделать в следующем. Если он не успел в этом, у него есть возможность это сделать в третьем квартале до конца сентября, но уже там добавляется еще 5000. Если он не успел в этот квартал, значит до 31 декабря он должен сделать в первой линии 20 тысяч товарооборотов. Что такое 20 тысяч? Это 4 человека по 5 тысяч, либо 10 человек по 2 тысячи в первой линии. И тогда вам открывает трастовый аккаунт и туда начисляет определенную сумму денег. Формулу я не знаю, но все зависит от того, сколько вы сделали покупок лично. То есть, сколько вы лично сделали за этот год. Туда включается ваш купленный пакет, ваши все репокупки ежедневные. То есть, все, что вы покупаете ежедневно, если у вас большая команда, значит, вы от команды зарабатываете, естественно, вы больше реинвестируете минимум 50%, значит, у вас там может накопиться 10, 20, 30, 50 тысяч долларов и более. Значит, на эту сумму они определяют определенный процент и выставляют вам сюда на трастовом аккаунте. Это все накопляется из года в год, и компания планирует в 2018 году, это крайний срок, когда она будет акционироваться, выходить на Нью-Йоркскую биржу. И тогда мы сможем на эти деньги купить акции на 15% ниже той стоимости, которая будет предоставлена остальным клиентам. То есть вы сможете уже к тому моменту построить команду и иметь достаточный заработок, плюс вы еще будете получать прибыль от компании в виде акций. То, что компания заработала, вот те акционеры, которые имеют акции в той или иной компании, они получают ежегодно. И в зависимости, как развивается компания, в зависимости, как много у них этих акций, они получает прибыль, и это очень выгодно. У нас есть двойная выгода сейчас, и мы можем этим воспользоваться. Также у нас не было никогда проблем с вводом и выводом денег. Деньги мы выводим в каждый день, дорогие друзья, у нас нет проблем с выводом денег. С момента основания этой компании, с 2008 года, мы не имеем проблемы с выводом денег. Каждый день мы выводим. Вы можете заказать карту Pioneer и на нее выводить. Вы также можете перевести на e-wallet и оттуда перевести на ваш банк, на вашу карточку, куда вам угодно. Формула успеха очень проста. Покупаем консультантный кит на 59,95 каждый год. Директорский пакет вы можете определить сами либо на 500, либо на 10 тысяч, либо на 5 тысяч. Но самый оптимальный для нормального старта – это 2000 долларов. И делать серфинг. Серфинг занимает 15-20 минут в день. Это 20, минимум 25 рекламок в день. И вы начинаете уже зарабатывать. Если вы хотите зарабатывать много и в каждый день, значит, поделитесь этой информацией. Формула очень проста. Купили на 60 долларов, купили пакет на 2000 долларов и делайте работу 15 минут в день минимум и делитесь этой информацией с другими вашими знакомыми и партнерами. И недалеко тот день, когда в вашем регионе, в вашем городе, в вашей стране будут проходить такие митинги, куда будет выезжать компания и делать такие тренинги, такие конференции для того, чтобы люди в вашем регионе не только узнали об этой возможности, но получили больше информации и были открыты к этому. Мы, естественно, присоединились к вам. Такие конференции проходят по всему миру, во всех странах. Скоро готовится в конце апреля в Москве. Уже есть договоренность 3-4 мая
что будет презентация в Казахстане, в городе Астане. Осталась деталь подписать контракт и снятие двух залов в этом городе. И практически мы уже готовы приступить к подготовке этой конференции. Следующий слайд показывает нам конференцию здесь в Америке, в городе Лас-Вегасе. Проходит эта конференция ежегодно в ноябре месяце, поэтому те, которые настроены на серьезный бизнес, начните его строить, достигайте хороших результатов и приезжайте на эту встречу, не только увидеть друг друга, увидеть руководство, но и увидеть этот город, увидеть и другие достопримечательности вот этого штата. Стив Реннер говорит, наша цель является иметь как можно больше консультантов Access, имеющих право собственной компании, как и мы. Access – это ваша компания, и вместе с вами у нас есть светлое будущее. И он прав. Он создал эту компанию для нас, дает нам возможность иметь собственный бизнес. Друзья, еще раз говорю, у нас нету только возможность заработать. Заработать можно и в МММе, вовремя прийти и вовремя смыться. Заработать можно и в других хайпах и так далее. Но иметь собственный бизнес можно построить далеко не во всех компаниях, так называемых. Поэтому я и в самом начале говорил о бизнесе. Это долгосрочный, это выгодный и в нем заложены большие деньги. Что для этого нужно, друзья? Вам нужно всего лишь найти троих партнеров, серьезно настроенных на бизнес. Помочь им сделать то же самое, чтобы они тоже нашли минимум три человека. И если эта модель начнет у вас уже функционировать, то уже в третьем, четвертом, в пятом уровне вы уже богатый человек. Вы уже богатый человек. Следующий, я говорю, так, если у вас не получается быстро приглашать, задайте целью пригласить одного человека в месяц. Попросите сделать то же самое, минимум. Вот черепашьими шагами попросите сделать то же самое и ваших партнеров. И если вы увидите вместе этот темп, то уже через 3 месяца у вас будет сколько? 8 человек на 4-й месяц, а уже в конце года у вас будет 4096 пашими шагами, если делать одно же движение. Делать то же самое, говорить об одной компании, говорить об одной возможности, помогать своим партнерам, не заниматься 5-10 компаниями сразу. Заметьте, те, которые это делают, у них нет никакого успеха, кроме рак мозгов. У них нет заработка. Потому что это невозможно строить много компаний. Поэтому смотрите, и то, и то же. Учитывая, что компания наша пришла навсегда, и она никуда не уйдет. И все, что вы здесь построите, оно останется, никуда не исчезнет. Люди отсюда не уходят, им невыгодно уходить. Даже если он не построил структуру, он никуда не уходит, а он остается, потому что реклама ему достается бесплатно. Если у вас в течение года уже 4000 активных человек, друзья, вы миллионер. У вас уже задатки миллионера. Случится это в этом году или в следующем, это уже дело времени. Но у вас уже все, фундамент построен миллионера. Я очень хочу многих из вас, которые услышали сегодня меня, в один день поздравить с тем, что вы стали финансово независимым. И это возможно в нашей компании. На сегодня все. С вами был Сергей Ролян. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с радостью на них отвечу.